Привет всем любителям исторических драм. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Доктор Преображенский». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Сюжет сериала. Действие сериала разворачивается в 1966 году в СССР. Талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич Преображенский тут о красоты. Институт, как задумал Преображенский, должен стать первым в Советском Союзе медицинским учреждением, где будут проводиться пластические операции, чтобы уменьшить таким образом глобальное отставание СССР от Запада в данной отрасли медицины. Молодой коллега Преображенского, Игорь Зорин, в то же самое время мечтает о другом. Он хочет во что бы то ни стало уехать из СССР за рубеж. Ведь на Западе, по мнению Зорина, такие как он, талантливые пластические хирурги, могут полностью реализовать себя и получать при этом за свою работу достойные гонорары. Ради своей мечты Преображенский соглашается заключить сделку с КГБ. Благодаря этому профессору позволяют открыть экспериментальное отделение. Преображенский сможет здесь проводить свои операции, но о них не будет знать никто, кроме сотрудников КГБ. Зорин тоже идет на сделку ради своей мечты. Он соглашается работать с Преображенским, несмотря на то, что между ними есть серьезные разногласия. Условия, которые поставил Зорин коллеге, помочь ему сбежать из Союза. Однако ни Зорин, ни Преображенский даже догадываться не могли, насколько сложные решения им придется принимать в дальнейшем. Сериал «Доктор Преображенский» снят режиссерами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой. Творческий тандем ранее работал над фильмами «Зимний путь» и «Метаморфоз». Главные роли в сериале «Доктор Преображенский» исполнил Денис Шведов в роли Преображенского и Петр Скворцов в роли Зорина. Также на многосерийном телефильме в ключевых ролях снялись Мария Андреева, Агния Дитков-Скитин, Юлия Аух, Агриппина Стеклова.